Я ж не могу без этого, я должен у тебя украсить. Вот так вот. Ну так. Просто. Так же неинтересно. Ну просто видите, да. Просто, да? Просто. Никаких этих. Никаких. Простота хуже воровства. Ну что сразу так-то? Началось. Что началось-то? Началось все. Все было хорошо. Хорошо. Блин. Что, им уже не нравится позиция? Уже не сильно нравится. Что-то я как-то это... Ну, что-нибудь придумай там, выкрутись как-нибудь. Хитрый Ленчик, толстый Ленчик. Придется что-то как-то выкручиваться. Да, ужом. Просто. Ужом на сковородке, да? Мы же будем просто. Знаешь, так, просто, да? Хорошо. Хорошо. Бам-бам-бам. Ну, по-любому надо. Ну, почему? Куда деваться? Колонку построить? Ну, не знаю, там АВ2 ты уже подтягивал. БЦ3. Так, шансы, ну, отдавать назад мне не нравится. Давай так, окружать. G2 более правильный, наверное, ход. Может быть и нет, кто его знает. Ну ладно, ничего, товарищ Мао Цзэдун, наверное, знает. Так. Ну, наверное, так. Связочки что-то там не проходили, похоже. Да. Сейчас, может, и пройдут. Так, интересная позиция. Интересная. Так. 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 Ох. Так. 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 Поменялся. Уже плохо. Не прокатывает. Хорошо. Вот видишь. Будем играть просто, как говорит Леня. Просто. Просто. Просто вам сейчас уже никто не позволит. Тут жертва, там жертва. Сюда, 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 сюда. Не прокатывает. Ну надо. Че, не дозволяют просто играть? Нет. Гады какие, а? Хорошики. Так, так. А, так ничейная, да, почти, получится? Да, так, так. Почти ничья, да. Так, а если так, так, поменялся так, так, и назад тоже, да? Чего опять нет? Ну, так-то да. Логично. До последнего ведь играем. Ну, хочется выиграть же. Нет, это логично. У черных. Какие-то колонки. Какие-то были колонки там у них. Были. Какие-то были колонки. Были, были. Ну или не дали колонки. Были, да всплыли. Нет, ни в коем разе. Почему? Зачем? Ну, подвигаться. Что сразу нет-то? Ну, на том были шансы какие-то, да? Вот и у нас какие-то шансы появились. Я не знаю, какие у вас шансы. На ничью? На ничью-то, конечно.
Вон Аглет что творит. Я бы даже сказал, творит. Вот гадский ход. Подожди, Олег, как комбинация не проходит? До свидания. Я говорю, только на время надеюсь. Не надо? На, что-то... Хотел очень выиграть. Да, думал, а подожди, а тут что? А ничего. Мне кажется, тебе колонку не надо убирать, меняться на заход. Да нет, через БСМ хотя бы. Нет, да через БСМ хотя бы. А, БСМ? Да. Не, ну на БСМ так уже. Че тут? Не выиграешь. А почему? Не, подожди, БС7 тоже нормальный ход. Че тебе не нравится? А что, а дальше что? Ну так. Придется комбинацию. А еще не факт, что придется. Почему? А как? Да. Но тоже комбинация стоит. Где? Так. Свечи. Вот я, Юрий, посчитал, что ты туда пойдешь. А мне это не надо. Мне бы, я бы на этот ход, в принципе, повел бы это. Ну, тоже ничья. Верни назад, Леня. А? Вернуть надо было назад, Саша. Не, он что-то должен дать. Не, он дал. Ну, хорошо просто. Что ты тут выиграть хочешь? Ты не понимаешь, что ты видишь. Да нет, не смеши. Не, ну я понимаю, что ты не можешь. Да, последнее. Надо же людям раззадорить, он сегодня расстроенный был, сейчас зато, видишь, веселый стал. Давай, сейчас я его еще во второй накажу. Красиво. Ты в первый хотел, видишь, не получилось. Ну, так, что там? ЖФ4, ДЦ5, АЖ3, ЕД6, ЖФ4, ЕФ5. Да. Ну, сейчас я буду обострять. Давай. Буду обострять. Ну, когда люди обостряют. Когда они обостряют... Конечно, надо отыгрываться, а ты как думал? Деваться некуда, да, скажи. Деваться. Отступать некуда, позади жопа. Мне, в принципе, это логичный ход. Так. Я не знаю, зачем ты менялся там, плохо. Так. А, комбинация, да? Она не опасная, правда? Так. Нет колонки. Колонки, говоришь, нету. Нету колонки. Ну, я тебе, правда, тут сейчас неприятный размен могу провести. Проведи. Так, а можно и так, в принципе, сыграть. Так. Типичный типовой размен. Так. Это у Кондраченко, по-моему, на стриме тут было. Тут такие интересные позиции возникают. Ну, давай. Даю. Как говорится, хочется быстро все закончить, но Олежа не дается, сопротивляется изо всех сил. Хотелось быстро и придется. Хотелось быстро, да, но не получается. Надо. Так. Я не знаю, надо, не надо. Надо. Нравится уже своему
надо какой-то точный ход сделать. А вот какой сдаться. Пока не вижу. Сдаться. Самый точный какой ход. Какой пока не вижу. Самый точный ход в этой позиции сдаться. Какой пока? BC3 или B5? Ты не хочешь сдаться. Давай. Будем выдавливать в центр. Было бы по-человечьи. Будем выдавливать в центр. Теперь надо взять, теперь точно такой, да? Ага. Такой ли? Ну, не такой. Время есть, думай. Время хотя есть. Хотя думай, не думай, все равно придется сдаться. Вот тут я категорически согласен. Это хорошо, что ты согласен. Мне это нравится. Мне нравится, когда ты согласен. Это где же ты, злодей, на бойца таких идей? Ай-яй-яй, подожди, можно переходить? Ну что, ты туда вот взял? Я даже не заметил, ну ладно. Переходи. Переходи. Ну так, со мной сейчас. Это комбинация может быть. Шах. А, вот так можно. Блядь, как играть? Я не знаю. Надо было CB6 по D меняться. Вот E6 уже странно ты пошел. Часы не забывай подключать. Так, это уже был странный ход, конечно. В принципе, еще так конфигурировать, забыть-то бы. Это уж очень страшно, когда позиция получается. Жертва была хорошая. Какая? Да ну нафиг. Да ну нафиг. А, ну тут-то не проходит, ну, да, извините. Хитрый какой, опять. Извините. Хотел, опять хотел обмануть. Оставишь только одного, все равно обманет. Блин, сейчас точно тоже на вас играет. Так, так. Ты точно у тебя хорошая позиция. Тебе надо просто сдаться. Вступить грамотно, честно. Спокойно. Сдаться мы всегда успеем. Да, размену назад, мне кажется, наиболее такой. А вот это вот твои батенька напрасно. Не знаю. Я знаю. Вот это вы напрасно. Не знаю, не знаю. Вот это вы напрасно. Не знаю. Однозначно напрасно. Так всегда есть. С преимуществом. С чем? С преимуществом. По этим вашим языком. Иногда, батенька, вы меня категорически расстраиваете вашими заявлениями. И что точное движение? Ну, так, размен. Три не даю, меняемся. Так, что, не сдаешься еще? Русские не сдаются, и это нам нравится. Русские приказали долго жить. Там что, я ничего не хотел убежать? Что-то где-то выпустил тебя. Кто? Выпустил. Такое окружение мощное шло. Триллиончик. Надо атаковать. Шах. Блин, черт. Как ты будешь атаковать? Тут бы еще ноги унести. Ну да. Какое дурацкое позиция ощущение. Неприятная, как ни странно. Ты мне дал время просчитать, я бы так не успевал, конечно. Ну, надо просто точно сыграть. Я так не успевал. Это не успевал. Хитрый верчик.
Чё? Чё ты сделал? Сам-то понял? Хочу. А, чай, до свидания. Ну да, придется тебе проиграть тут. Ну, Андрей, стой, стой. Ну, может быть, только с этим. Не, ну тут плохо. Так нет, я сыграл. Как уже? Я же так пошел. Подожди, вот такая позиция была. Меняйся. Нет, я пошел сюда. Не, меняться тоже не очень. А почему? Ну, разменялся, ну сюда. Дай играть. Ну так уже, ты чё? И чё? Прикалываешься. Ну так, чё? Всё? Чё? Ну ты чё, издеваешься? С этой... Нет. Ты хочешь выиграть с этим? А как ты хочешь выиграть? Как ты не хочешь выиграть с этим? Нет, ты за белых хочешь так выиграть? А как играть? Ну так. Связка, ты чё? Ну так уже связал и всё, и до свидания. Ну не до свидания ещё, ничья есть. Может быть.